Спокойно, сейчас ВКонтакте пиликнул не у вас. Мне решили, блядь, ссылку скинуть на YouTube шорт какие-то. А, секунду. Как просыпаются актеры дубляжа? О, кстати, это в тему. Раз уж такая хрень. Да, чувак, там чувак, блин. Чувиха, как будто бы уже не в живых. Так вот, тем, кого это может касаться и все такое, ты очень, Лейкер, релевантное видео скинул. Сразу скажу тем, кого это может касаться. В текущий момент я, Щепотка, Тим, Сосафрас, Метакватура, кто угодно, блядь, как вам угодно называйте этого человека, я... Официально теперь актриса. Я больше не художник, не писатель, ничего такого. Поэтому если кто-то просит меня нарисовать что-то, то уж извиняйте, я не могу взяться за это, к сожалению, больше. Мне это... Я прошел участок жизни своей, и теперь начался другой участок жизни. И чтобы его корректно стартануть, этот блядский участок жизни, подожди-ка. Блядь, какой ВКонтакте ебаный, нахуй. Какой он классный. Так вот. Очистить. Очистки. Я сейчас очистки сделал. Вот бы их скинуть, апельсиновые очистки какие-нибудь. Блять, а как оно работает? Я понял. Все. Супер. Еще раз это опять у меня и снова у меня. Хорошо, вот теперь трансляция началась официально. Итак, слова, которые я хочу сказать, заключаются в том, что я, Щепотка, Метакватура, Тим Сафрасов, кто угодно, как хотите, называйте этого человека, который сейчас говорит эти слова, больше не художник. Я не писатель, не художник, я теперь актриса. И в подтверждение этого, как бы через телепатическую связь, Лейкер решил мне сбросить шорт. Шорты свои, блядь, шорты мне ВКонтакте прислал. И тут какой-то реальный шорт, блядь. Прям шортовый шорт, который заключается в том, что лежит девка и написано, как просыпаются актеры дубляжа. Но сейчас я узнаю. Сейчас я узнаю, как просыпаются реальные актеры. И проверю, так же ли я просыпаюсь. Я, конечно, не актер дубляжа, но в рот ебать. Почему бы не быть? Расскажите про покупки. Про какие про покупки? Про покупки, про покупки, про покупочки мои. А нахуя она проснулась? Нахуя она проснулась, собственно говоря, в накрашенном виде? А разве актеры дубляжа спят накрашенным? Я должен спать накрашенным? Но я актер дубляжа. Зачем вообще быть накрашенному актеру дубляжа? Вот у меня такая сейчас... у меня такой вопрос в первую очередь. Если ты, с тебя даже не видно, если ты озвучиваешь мультик какой-то, если ты озвучиваешь, не знаю, SFM, порнографию, стоны какие-то. И
четверг 4 числа в 4 с четвертью часа лигурийский регулировщик акклиматизировался в некотором... Ебать, там еще и подмышку засветили. Хорошо, что я не транслирую это. Конституционном Константинополе, где хохлатые хохотушки хохотом хохотали и кричали турки, которые начали накурен. Трубку не кури, только трубку купи, лучше пику кип, лучше пику. Не знаю, я не видел никогда человека, который таким бодрым просыпается. Я видел людей, которые просыпаются и падают с кровати, и ломают себе шею мгновенно после этого. Вот так, мне кажется, просыпается нормальный человек. Ну, актеры дубляжа, видимо, не люди, видимо, ненормальные люди, видимо, странные, ну, просто необыкновенные, волшебные люди. Если вдруг я, правда, действительно перепрофилируюсь в актрису, возможно, я, наконец, тоже смогу, я получу себе возможность просыпаться здоровым сном. Полностью, просто с налитыми бицепсами и ясными глазами. Взять и встать и... Придет бомбардир из Бранденбурга и бомбами... Нет, кстати, вот когда просыпаешься, у меня, например, сушняк дикий, мне попить сначала надо, и если я этого не сделаю, я два слова связать не смогу, я не смогу сказать «доброе утро». У меня просто язык к небу прилипнет, и все. Кстати, прилипка языка к небу — это, оказывается, гимнастика. Это, оказывается, жесть. Сейчас, секунду, я отвечу на то, что в чате написали. Минуту. Блядь! Что? Беля заебал, ответ ТГ. Я не могу ответить сейчас ТГ. Блядь. Мужчин я просто... Драла. Я вдруг поняла, что за этим мужчиной готова пойти куда угодно и сделать все, что он скажет. Я привыкла побеждать. Но однажды мне пришлось учиться проигрывать. Влиятельный начальник. Что это? Что это такое? А мне это было противно. Борис Корчевник. Вы что, не видите, что я брутальная бабища? Я всегда стремилась вперед и ввысь. А мой первый муж так и остался учителем физкультуры. Я очень хотела замуж. Мой муж — это мужчина мечты. Таких больше нет ни в России, нигде. Мой первый муж сначала стал мне завидовать, а потом изменять. С каждым болезненным разрывом во мне накапливались. Если ты... мужчин. Я хотела уйти в монастырь, сука, да мне похуй. Все? Я не знаю. Но для кого-то это видео определенно 100% точно оно имело ценность. И я даже я нахожу его более-менее плюс-минус в чем-то даже забавным, да? Не знаю, что за Борис. Нахуй я буду в ТГ отвечать что-то, блять, кому-то бесплатно еще отвечать на его сообщение? Вы с ума сошли, что ли? Бесплатно разговаривать с людьми? Вы... Лол. Ну, я видел промпт, типа, пожалуйста, нарисуй мне это. Как я уже сказал, я больше не художник. До свидания. Вот. Я могу вам озвучить что-нибудь, сыграть нахуй роль какую-нибудь ебаную нахуй. Постонать в микрофон. Рассказать про регулировщиков. Еще какую-нибудь хуйню ебаную сделать, вот. Но с рисованием я не могу просто, все. Для меня это кончилось. Для меня это больше не является чем-то актуальным. Для меня это теперь... прошлое. Матрица решила, что с меня хватит. Теперь мне нужны новые челленджи, мне нужны какие-то новые, блять, увлечения. Фазы жизни меняются, и это нормально, совершенно, абсолютно. Если тебя что-то заебывает делать, то нахуй это делать больше не надо. Пизду. Лучше делать то, что у тебя получается больше, и то, что теперь нравится. Да и не был я никогда, в принципе, художник. Это не картинка, блядь, это хуйня ебаная, блядь. Любой, кто лайк там поставил, они просто сумасшедшие, на мой взгляд. Но либо у них какие-то там подспудные были мотивы поставить сердечко. То есть не по поводу того, что картинка красивая, а что-то другое было. Вот, либо, ну я не знаю, из жалости. Но других я не вижу просто объяснений, поэтому да, вот как я уже сказал. Сорян, ребят, нет.
Я могу нарисовать за него. Ты пустой, хватит, блядь, за бесплатно рисовать, сука. Ты имейся к себе уважение. К тебе напишут, блядь, отсоси мне, пожалуйста, вот по этому референсу и по этому референсу. Два референса, где люди сосут тебе, покажут, говорят, отсоси мой хуй, пожалуйста, заранее спасибо. И чё ты, блядь, побежишь сосать, что ли? Не понимаю, ты слишком талантливый, чтобы за бесплатно какую-то хуйню делать. Рисовать. Требуй нахуй с этих долбоебов мелких. Хуесос, блять, а то они губу раскатают. Я им, блять, бэкграунд нарисовал, блять, сколько? Несколько спрайтов, озвучку скинул, блять. Я нихуя за это не получил. Меня просят, блять, еще для сиквела делать какую-то хуйню. Да пошли вы нахуй. Мне с этого какой выхлоп-то, блять? Так-то прикольно, если ты репутацию себе можешь, ну, пытаешься сделать, но в какой-то момент может оказаться, что ты сделаешь себе репутацию человека, который просто за бесплатно всем все рисует, просто за спасибо. Это ж невозможно так. Я конечно, понимаю, Миша, что тебе поебать на матрицу, что тебе поебать на то, по каким правилам высший разум, Господь, вот это вот, наше сознание заставляет нас бегать и суетиться по всему этому миру, пытаясь что-то доказать кому-то, пытаясь какое-то наследие оставить, пытаясь какие-то деньги заработать. Я понимаю, что тебе плевать, ты вне системы, но если тебе по кайфу так делать, то да, пожалуйста, можешь взять, перехватить. И я с удовольствием. Тем более, что, ну, я не знаю, правда, согласишься ты, потому что персонаж там противоречивый, ну, к рисовки предлагается. Ну, для некоторых противоречивый. Для меня это исключительно положительный персонаж. Я его уважаю и люблю. Но кому-то может показаться, что ну нахуй. Какой-нибудь Бром сказал бы, ебать, как можно такого рисовать? Это же все равно, что рисовать сатану. Это все равно, что рисовать смерть, гибель, разорванных младенцев, что угодно. Вот кто-то, у кого-то такие ассоциации возникнут. Но для меня это нормальная личность. Все равно, что Муссолини нарисовать, кто-то скажет. Для меня это все равно, что нарисовать любого другого человека. Они все одинаковые. Просто вот ненависть кому-то или отторжение, или презрение, которое может кто-то испытывать к другому человеку, оно это чисто проблема того человека, который испытывает ненависть, отторжение, презрение. Это вызов конкретно к нему, к тому человеку, который испытывает дистресс и которого это бесит. Вот, если вас кто-то бесит, то это проблема не того, кто бесит, я вам вот так скажу. Значит, что у вас сознание просто загоняется таким образом, и ваша задача в первую очередь перебороть эту мерзость, которую хуйню несет. Это за озвучку, теперь не бесплатно. И да, ждем, пока жир законтактится одним челиком и все задвижется. Что задвижется, не знаю пока. Пускай контактятся, пускай они там спариваются, пускай соединяются в одно, единственное, единое существо, посмотрим. Мне реально конкретные какие-то данные нужны входные. 10 рублей, это, конечно, доебись. Спасибо огромное. Короче, вся наша жизнь, все наши, блядь, эти загоны, вся ненависть, все комплексы, это просто вот это мелкие демоны, которые у тебя ходят просто вот в восприятие. Ты можешь глянуть на них вот так вот просто, посмотреть напрямую на вот эту вот эмоцию, которая вызывает у тебя дистресс, и она испугается, она просто такая спрячется, потому что ее задача тебя спровоцировать просто. Ты видишь, какой за человек, и тебе так мерзко, тебе так хуёво становится, и у тебя весь день испорчен, нахуй. И это тебе же хуже получается. Этот человек, который испортил тебя весь день, он ничего не получает от этого, никакой выгоды, ничего, никакого профита, только ты получаешь себе дебафы. А это значит, что вызов, он именно у тебя в голове конкретно. Тебе нужно взглянуть напрямую на вот эту мысль негативную, которая возникает, когда ты видишь что-то, что вызывает у тебя бесячку, и ты в один момент просто поймешь, что это пиздец, это ничто вообще. Вот эта вот штуковина, которая говорит тебе ненавидь этого, сравни себя с ним и почувствуй себя униженным, какой ты жалкий по сравнению с ним, или
Вот посмотри на него, как же он тебе, вот докажи же, он бесит тебя, как будто против шерсти гладит, да? И вот эта вот мелкая дрянь, она тебе наговаривает внутри головы, будто бы вот. Она, это даже не твоя мысль, нихуя. Это не то, что... Это тебе кажется, что, ну, это типа твое отношение реально, но если ты взглянешь на это отношение сам вот своими глазами такой, оно окажется просто маленькой дрянной мышкой, которая пытается тебя укусить. И как только ты бросишь на нее взгляд, ну, убежит, скроется, все, ее не будет больше. Это реально так работает, я проверил сегодня. Вот насколько мне... насколько у меня могут возникать какие-то негативные мысли по отношению к тем или иным явлениям. Да, я склонен, допустим, видите на улице там определенного типа пешеходов, да, которые делают определенные вещи. И мне это прям отстойно становится, так хуёво гнусно. Я просто взглянул потом на вот эту эмоцию внутри себя, и она убежала, и все. Это, короче, каждый день. Знаете, вот я в последнее время Baldur's Gate 3 прохожу, на стримах в том числе, и там постоянно кубик вот выбрасывается, и вот получается, тебе надо каждый раз, когда у тебя такой стресс, ты просто бросаешь кубик. И желательно бафнуть его чем-нибудь так, чтобы пройти через вот эту вот всякую дрянь, которая тебя беспокоит, без последствий, без урона, с успешным результатом. А это не так сложно на самом деле. В Baldur's Gate обычно где-то 10 надо выбить, десятку. А максимальное значение, которое ты можешь выбить, это там 25 со всеми бафами. Вот. Большинство испытаний в повседневной жизни, они... на 5 или на 10 очков максимум. Вот и все. Это легко перебороть очень сильно. Просто бросить кубик, перебросить его с воодушевлением. И просто главное, типа, отдавать себе отчет, что ты не совсем то, что ты чувствуешь, и не все твои мысли, они реально твои, не все эти эмоции. Эти эмоции, это просто, блять, можно... Давайте я еще сравню с ДНД. http://www.youtube.com/watch=4b16e16@1/6. Надо это, короче, это ссылки удалять в следующий раз, но чтобы было. Да, хорошо. Я просматриваю видео. Так вот. Продолжая сравнение с ДНД, можно представить, что просто есть какой-то гейммастер, и он тебе просто подкидывает регулярно всякие подлянки, и ты их ловишь. Ты ловишь эти подлянки внутри своей головы, внутри своего духа, своих эмоций и так далее. Вот. И тебе надо как-то их... Тебе надо бороться с ними, потому что гейммастер хочет всячески тебя завалить просто, чтобы ты... чтобы у тебя приключения жопу порвали. Итак, заказанное видео за 1 рубль. Verify your clock, but your clock starts talking to you. Тьма в красном полуночном... внутри красной... Блять, подожди, red с большой буквы. Ладно, не важно. Видео за рубль было сделано, видимо, тоже, не знаю, проверим качество. Я могу даже погромче сделать. Качество, ну, здесь HD как бы стоит, 1080, я не знаю, что. Ну вот, даже смотрите, вы глядите вот на эту хуйню, да, и вам как-то депрессивно становится или все, или что-то такое. Это просто все внутри вас, на самом деле. Вы можете наблюдать на это. Ну, да, это просто картинка. Картинки. Даже если это в реальной жизни, это просто картинки. Можете просто перевернуть свой фокус, и все, этой картинки не будет. Это вот тоже кто-то играется. Это вот гейммастер, кого-то наебнул. Вот этот вот господь, которого мы зовем так. Что-то типа... разума, который в игрушки играет свои. Такой, ну, он тут поиграл, ладно, блять. Со мной он так не сыграет.
Потому что во многом ты на самом деле, ну я понял, короче, они тащат что-то, блядь. И потом космос. Ком. Итхаском. Кстати, я заметил, что Remain Kill, ну или Holy Russian... Чего? Вот за Holy Russian Empire я на дизлайк поставлю. Это глобализм и империализм, я считаю. Ну, я, конечно, иронично говорю и все такое, но видео мне понравилось в целом. И музыка прикольная, такая заводная, веселая, прикольная. Но, увы, Holy Russian Empire получает от меня дизлайк. Потому что ничего Holy в империях нет, я так думаю. Империализм. Это не святая тема. В итоге я забыл просто, о чем хотел сказать, о чем говорил, но это, в принципе, уже и не важно, это не имеет никакого значения. Симфимбой. Симфимбой. Да, спорить не буду. Давайте я тогда в настройках сейчас изменю некоторые вещи. А, да, еще вот это вот сознание, сознание Всевышнего, этот гейммастер. Есть еще такая темка, что... вы и гейммастер — это во многом одно и то же. Примите... Давайте я вот так вот скажу. Солипсизм — это круто. Глядеть на все, будто это порождение твоего разума. Просто он играет с тобой такой, и ты такой играешь с ним в ответ. Нет, мы не будем играть в эту хуйню. Это отодвигаешь картинку, которую он тебе показывает. Или эмоцию просто разгоняешь, которую тебе бросают. Это все в твоем, так сказать, твоей власти. Так, голосование, стикеры, оповещения. Стикеры, надо же, тут даже стикеры есть, как круто. Включено, выключено. Но я не буду, наверное. Это получается, кто-то может стикер наклеить на мой стрим. Лол. Разместите виджет на стриме, и зритель может клеить стикеры на экран вместе с отправкой сообщения. Вот это капец. Я надеюсь, стикеры, ну, там, из определенного набора, потому что мало ли что там могут наклеить. Если произвольность будет, полная допустимость. Голосование, рулетка. Я все еще не нашел функцию. Я все еще не нашел функцию выключения ссылок, блядь. Я не могу этого найти. Ну вот, самый просматриваемый момент — это... Менее чем за полвека Россия дважды... И хули? В Омске? В Омске перед многотысячной аудиторией... Это кто, блядь? Это... Фотошоп какой-то ебаный или нейросеть. Речевка русских солдат. Больше некогда, больше никогда. Чукотки, и чё? И чё пишет в комментариях? Support Patreon. Не буду. I love how I... Да, это искусственный интеллект. Allows us to make alternate history more real and believable. Вот. В принципе, суть этого видео в том, что искусственный интеллект накидал кринжа, которого никогда не было. Вот, почитайте, посмотрите. Так, второе видео, которое было прислано, это здесь. Так, ладно, я посмотрю. Это вечернее свершится, хотя мир погибнет. И цитаты из прошлого императора Фердинанда I из Священной Римской империи. Но она актуальна как никогда, поскольку мы только что получили тревожное сообщение, что другая Священная империя, Священная Российская империя, стерла с лица земли последние остатки Сибирской социалистической республики во главе с Валерием Саблиным после распада СССР. Да такая шиза ебаная, блядь. Предполагали, что возвращение монархизма в Россию неизбежно, однако никто никогда не мог этого ожидать, прибыть. Никто никогда не мог этого ожидать. Возвращение монархизма. Блядь.
Никто не ожидает, блин, вообще. Лол. Этого ждать прибытия в нынешнем виде Сергей какой-то, блядь. А все Руси предложил себе путь верховного Романова Николая II за заявление о том, что Алексей... Да быстрее, блядь. Все еще жив, все равно пропагандируется регентом, но остается совершенно необоснованным. Короче, это царь не умер, царь жив. Альтернативная история заключается в том, что империя победила, блядь. А с одной стороны, клево, что совка не было, с другой стороны, хуёво, что империя ебанутая какая-то стала. Вот, уж лучше Твиттера. Кстати, да, по поводу Твиттера, я только что понял, что XCOM — это видеоигра на самом деле, а не сайт. А не вот этот вот сайт. XCOM. Может быть, люди просто заходят, такие... Сейчас, секунду. Кто-то ищет официальный сайт XCOM и натыкается на Twitter. Может, это все просто реклама к выходу XCOM 3? Вот было бы охуенно. Так, минутку, я сейчас настройки эти загуглю. То есть ссылки как бы будут удаляться в озвучке, но я их буду видеть, если кто-то в донате шлет. И я смогу им по ним перейти. Как удалить аккаунт? Конечно, да. Кстати, релевантная информация. Ссылки. Потому что я пока трещу, я не могу сосредоточиться. Так, смогли отблагодарить желающие. Так, ссылки чего? Кого? Как удалить? Где найти ссылку? Где ссылка? Ладно, послушайте пока музыку. Я знаю, что музыка ебанутая какая-то, и хуй знает, что играет вообще. Стоп! Кто-то удалил канал с фанком, ну, типа, который раньше играл. Future Funk. Future Funk. Yep. Нет, это не то, а может быть то. Хм. Feeling the beat. New Disco Synthwave. Да, по-моему, это он. Все понятно. Нет, канал не удален, он все еще жив. Просто кто-то удалил бесконечную трансляцию. Бесконечная трансляция кончилась, поэтому бесконечность как бы уже закончена. Начался новый виток. Чел, подними минимум донатом, это же капец, жесть. Да прикольно, ладно. Мягкий знак и краткий твердый знак собака. Мягкий знак. Спасибо за твердый знак. Да, вот перерыв, чтобы я настроил донаты. Твердый знак собака. Мягкий знак и краткий 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 твердый знак собака. Мягкий знак. Я нашел. Все. Теперь он больше не будет зачитывать ссылки полностью. Странно, что я это раньше не сделал. Это просто... это ад ебаный. Кстати, я нашел эту функцию ровно в тот момент, когда закончился донат. Спасибо за перерыв. Так вот, наряду с потоком мысли, пускай будет поток XCOM идти. Только не вы читаете, а для вас. Вот. Такие дела. Не, мне нравится такой, ну, трэш иногда. Да, он оживляет все-таки стрим. Все-таки есть что-то прикольное в этом. Соник всегда был уёбком, я ненавидел этого персонажа. Не знаю, почему кто-то фанатеет по нему. Я знаю фан-базу Соника. Какая она на самом деле? Если посмотреть Rule 34 там про Соника, или... Да даже не обязательно Rule 34, можно посмотреть...
как же это называется, сайт, где фанарты, любые фанарты просто выкладывают. Он такой зелененький, не ArtStation, а DeviantArt, да. Если в DeviantArt... Блядь, прикольно. Если в DeviantArt загуглить Соника, там такая хуйня будет. Там какой-то беременный Соник, там, который ебет с... Спанч Бобами всяким, да. Там Соник, который ест своих друзей. Там полный пиздец. Это обычные фанарты без эротического содержания, подразумевается. Для широкой аудитории, то есть для всех. Поэтому некоторые, многие, наверное, подавляющее количество фанатов Соника, картонный самолет. Что, на что я смотрю, блять? Ладно, неважно. Подавляющая, в общем, фан-база Соника, это такая жесть. И это все на поверхности на самом деле лежит. Мне нравится фан-база Кирби. И даже если Кирби ест кого-то, то это хотя бы по канону, потому что он, ну, буквально пылесос, он создан для того, чтобы поглощать внутрь себя предметы, вещи и животных, живые объекты, что угодно. Вот Кирби я уважаю, Соника не очень. Кто еще есть из этой шоблы? Нинтендовской. Марио? Не, фанбаза Марио прикольно. Они все прекрасно... Они все прекрасно осознают, ну, типа... Они очень самоироничны, я бы сказал. Любые мемы про Марио и Луиджи, это всегда смешно, это всегда поднимает настроение. Ну вот, например... сейчас, секунду... Веб-камера, чат, заглушка. Так. Некоторые. Есть примеры, да. Там если шутит, то забавно шутит. С иронией. Так. Интересно, я открываю видео, но открываются не мои видео. Открываются популярные видео. И там такое... Ой-ой-ой. Там персонажи. Соника. Представляете? Ну вот, например, It's Super Mario on PS4. Сейчас, секунду. Я не знаю, почему это в моих видео, но я попробую. Подожди, они субтитры даже добавили на это видео. Hello! It's me! Super Mario on the PS4! It's a me, Super Luigi, on the Xbox One. Wow! It's a me, Toad. I'm Steve. It's Donkey Kong on the iPhone X. It's a me, Luigi, on the Atari 2600. Yes, it is I. Wario Land on the PC. Oh my god. Donkey Kong, я не знаю, у меня нет мнения по Donkey Kong. Вот, мемы по Марио, это всегда прикольно, там фан-база классная. Могу что еще? Hello Mario. Подождите. Была еще какая-то серия мемов про Hello Mario, но я не помню это. Секунду. Here's my brother Luigi now to tell you a whole heap of a spaghetti pile of information. Hello, Mario. Hello, hello, Mario. Hello, Mario. Блять, да уберите это. Нет, не то. Сейчас. Я хочу вариации. Hello, Mario. Подождите. Here's my brother Luigi now to tell you a whole heap of a spaghetti pile of information. Hello, Mario. Подождите, еще хочу. Так. О, а есть компиляция какая-нибудь ебаная? Here's my brother Luigi now to tell you a whole heap of a spaghetti pile of information. Hello, Mario. Hello, Mario. Compilation. Так.
Мне кажется, мне одному сейчас смешно. Компилейшн всего лишь 1.28 минут. Вы про Соника такой хуйни не найдете. Не найдете. Hello, Mario. Hey, Mario! Hello, Mario. Mama! Brother Luigi now to tell you a whole heap of a spaghetti pile of information. Hello, Mario. Я, кстати, когда такие анимации смотрю, мне самому анимировать хочется. Вот я говорил, что я больше не рисую, но радость анимации — это все-таки что-то, что сложно будет отнять у меня. То есть, если я буду анимировать, я все еще буду счастлив. Да, анимация — это классно. Рисовать анимацию — это весело. Один раз попробуешь, и уже не сможешь бросить. Hello, Mario. Here's my brother Luigi now to tell you a whole heap of a spaghetti pile of information. О, самодельная шава — это охуенно. Это лучше, чем любая шава, которую можно купить вообще во вселенной, где угодно. Интересно, что он скажет? Hello, Mario. Here's my brother Luigi now to tell you a whole heap of a spaghetti pile of information. Hello, Mario. Here's my brother Luigi now to tell you a whole heap. И финальное. Hello, Mario. Hello, Mario. Anyway, так, что еще было? Так. Well, видео. Luigi, the day has finally come. Я никогда не включал это видео, оно само включилось. Спасибо автовоспроизведению Ютуба. Последнее, наверное, что я хочу показать по поводу Марио. Самое главное, ключевое видео. Им я закончу, наверное. Ознакомление ваше с лором Марио. Это вот это. Бургеры дорого, потому что в бургерах мяса больше. Поэтому дороже. Бля, еще вторая часть есть. Если честно, не получаю удовольствия от того, что съедают на шавуху. Я чувствую себя сытым. Вау, они прикольно обновили, кстати, кнопку проигрывания здесь. Мне нравится. Так вот, я съедаю, я чувствую себя набитым, как после пельменей. Но я не чувствую себя насыщенным. И нет никакой, ну, я не знаю, типа радости. И хотя там вроде овощи, там вроде даже мясо. И немного, типа, теста, какие-то углеводы и все такое. Вроде полноценный обед, но если скушать шашлык или да даже кебаб какой-нибудь, потом мгновенно становится намного больше энергии и настроение действительно поднимается, в отличие от шавухи. Я не знаю, она вроде вкусная и все такое, и как я говорил, состав меня просто радует. Это полноценный обед, но по-моему шашлык дарит больше радости и энергии. Может быть, дело в овощах каких-то, блядь, я не знаю. Потому что овощи, они долго перевариваются, но при этом от них не так уж много энергии, не так уж много толку. Я вот в последнее время заметил, если придерживаться какой-то овощной диеты, ты тоже то же самое, что после шавухи чувствуешь, какую-то набитость. И то же самое, что после пельменей или тяжелой мучной еды. Вот. Твой организм все что-то переваривает, блять, и нихуя не получает за это, только тратит энергию. Овощи это супер полезно, я спорить не стану никогда с этим. Овощи есть необходимо, но, к сожалению, нам, как людям, наверное, это... Для нас, как людей, это, наверное, не самая оптимальная пища. То есть мясо это реально круто, это реально то, что дает жизнь, то, что питает нас жизнью. Или круп какие-нибудь.
Потому что я, ну, в подтверждение своим словам могу только вот что сказать. Травоядные, у травоядных просто огромные желудки и кишечники просто длиннейшие. У рыб, рыбы тоже, в принципе, некоторые, которые там водорослями, ну, морские жители, которые водорослями питаются, они тоже обладают увеличенной, так сказать, пищеварительной системой, но у них очень много энергии уходит на, так сказать, переваривание. И им не остается энергии на развитие мозга, допустим, да, им это хватает только на тело. Но были опыты, которые проводились, кстати, клевое, классное видео, прикольное. На, как раз таки на рыбках их переучали есть пищу, короче, их мясом больше кормили, чем водорослями, всякими травками, всякой хуйней, вот всеми блохами, антиктоидами и так далее. И постепенно заметили, что, во-первых, у них немного увеличился мозг, и, во-вторых, уменьшилась пищеварительная система. Вот как это работает. Получается, и люди за счет того, что они, что они могут усваивать вот такую пищу с высоким энергетическим индексом, с высокой калорийностью, которая при этом довольно быстро расщепляется, у нас есть возможность экономить на наших, собственно, внутренностях, на количестве энергии, которую мы затрачиваем на переваривание пищи. И отправить вот эти все ресурсы на развитие головного мозга. И, кстати, еще одна тема, которая в том исследовании была выявлена. У этих рыбок потомство было меньше, чем у тех рыбок, которые были до них. То есть у плотоядных потомство меньше при этом. Но больше мозг. Вот. То есть они как бы к людям немного приблизились. Вот. Поэтому подумайте. Как насчет того, чтобы есть шашлык, просто мясо хуярить, блядь, начинить себе холодильник мясом. Вот я, например, я не знаю, ну, аккуратнее со всем этим, в общем, вы поняли мой посыл, не отказывайтесь от от пищи с высоким энергетическим индексом. Мне вот нравится, в последнее время стало нравиться всякие углеводы и жиры хуярить себя. Это классно, это быстро переваривается, ты сразу получаешь энергию, можешь ее потратить на что-нибудь в течение дня. А на ночь можно, допустим, ну, поскольку во время сна происходят анаболические процессы, которые основа которых заключается в белках. Вот, ну, в операциях с белками, допустим, это рост. Как скелета, так и мышц. Если вы маленький, то это рост скелета, да, то есть дети растут во сне, качки растут во сне, ну и люди вес набирают во сне и все такое. Так вот, если вы спортом, допустим, занимаетесь, то белковую пищу лучше на вторую половину дня оставить, а в первую половину дня типа углеводы, вот. Чтобы у вас ночью нормально, адекватно проходили анаболические, ебать у него шаровары, анаболические процессы, и, ну, типа, были ресурсы на построение новых клеток, так сказать, вашего тела. Хотя еще должен сказать, что энергетическая ценность меньше всего, по-моему, у белков. У них там где-то, не помню, в чем она измеряется, то есть молекула белка, если расщепляется, там... Там 4 чего-то. Ну, вот, скажем, 4 единицы энергии вы получаете, расщепляя молекулу белка. Если вы расщепляете молекулу жира, вы получаете около 8. Причем жир, он проще расщепляется. Сахара, жиры. Сахара, то есть углеводы, те же самые. Так. А в чем же это измеряется, кстати? Я... Совсем катализаторы. Блин, у белков столько функций. Структурная, каталитическая, двигательная, транспортная, питательная. Да, кстати. Белки составляют основу рецепторов, в том числе и головного мозга. А, получается, да, просто в килокалориях. При окислении углеводов тоже, кстати, в среднем 4,1 килокалория.
Это сахара. Углеводы, сахара одно и то же. И при окислении белков примерно то же самое. А вот жиры это самое жесткое. Там получается типа, в два раза больше буквально. 8 килокалорий. Нет, я даже обманул. 9 килокалорий на 1 грамм жира. Блять, это охуенно. Это в два с лишним раза больше энергии, чем при окислении белков и углеводов. Жиры это охуенно, блять. Ешьте масло, блять, в начале дня, и вы будете просто успешны по жизни. Я сам серьезно по себе заметил. Вроде все говорят, типа, жирное нельзя кушать, это пиздец, это превратит тебя в скуфа и так далее. Прикольный собачка. Но на самом деле жиры это охренительный источник энергии. Главное, чтобы жиры, ну, типа, не сильно жареные были. Вот так вот. Например, подсолнечное масло само по себе не несет никакого вреда, но если оно жарено, пережарено, переебано, перегорело, там, что угодно. Если вы яичницу на втором масле жарите, на третьем, на пятом масле жарите, одно и то же масло используете для пятой жарки, конечно, оно снабдит вас холестерином, и вы сдохнете, прежде чем успеете насладиться всей энергией, которую дает жиры. Но, тем не менее, я просто призываю не чураться жиров. Это волшебная пища, на самом деле, если у вас все в порядке с метаболизмом. В первой половине дня, соответственно, не во второй половине дня, потому что вы не успеете за вторую половину дня все эти жиры окислить ваш организм, и они просто будут откладываться. Тогда сорян. Ну а белки окисляются, но вы из них не так много получаете. Они необходимы для организма в качестве там некоторых элементов, но они не совсем для окисления предназначены. Ой, кстати, про вампиров я должен сказать. Нет хуйни в жареном. Трабл в другом. Жирное нужно кушать. Вот абсолютно, да, да. Жир это пиздец. Все, кто говорят, что жирная пища это очень вредно и все такое, в непомерных количествах, да что угодно вредно. И сладкое тоже необходимо есть время от времени, глюкозы, типа углеводы, вся хуйня. Вот, по поводу вампиров. Я в прохождении Baldur's Gate заколол Астериона осиновым колом. И я извиняюсь за повторение однокоренных слов. Сори, пронзил осиновым колом. И я пожалел об этом, короче, с прошлого стрима. И загрузил сейв. Позволил Астериону все из себя выпить, все высосать и оставил его в живых. Ему просто мне жалко стало. Я столько контента, получается, упускаю, убив его. Я загрузил этот сейф, и мне пришлось заново проходить каргу. Вот просто ради того, чтобы Астерион жил. Я заново прошел каргу, я заново прошел этих лягушек на мосту. Я заново выбился во вторую локацию, но мне кажется, он того стоял. Пускай он в лагере живет. Потому что я не нашел способа его воскресить никак. Он все, с концами умирает. Если он в бою скончался бы, его можно было бы призвать. Астерион! Чтобы он спустился и снова был с вами. Классная штуковина. Я бы дал пятюню. Я бы пятюню дал. Does anyone know what it means when this orange light come on? Come on, comes on. What? Чего там было? Что там было за слово? Что там было за слово? Я ухожу на перерыв. Be right back. Сейчас буду. I'm not afraid to
so soft and tender. Пели. Мне вот интересно, я один такой, что кто-нибудь кроме меня боится пельменей? У кого-нибудь есть фобия пельменей? Кому-то страшно есть пельмени? Кому-то больно после них? Я уже не говорю о чем-то более крупном. Я как-то купил пачку хинкали, или, по-моему, может быть, они как-то по-другому, может, даже это манты были. Вот. Но я их не на пару готовил, я их готовил, ну, просто варил. Вот, чтобы потом еще бульон был. Потому что с мантов, ну, с проварки-то бульона особо не нацедишь, да? В принципе, там реально было мясо нормальное, его прямо чувствовал, оно чувствовалось, да? Как бы не... третьего сорта хуйня была. Вроде настоящее мясо, вроде нормальное тесто. Но ты схаваешь две штучки, и эти две штучки, они два дня перевариваются. Это как... и это ужасно тяжело, это ужасно больно. Ты как, я не знаю, беременный какой-то ходишь эти два дня. Короче, я где-то нашел такие манты или хинкали, которые эквивалентны в целом, в принципе... Бурсаком из Lord of the Rings, из Властелина колец, которые пекли эльфы и давали хоббитам в путь. Типа, вы можете съесть один кусочек и насытитесь на неделю, две, три, на всю жизнь насытитесь. И вот это вот постоянное насыщение, это ужасно. Ты не хочешь избавиться уже от этого. От этого насыщения ты уже ничего не можешь есть, они все перевариваются, перевариваются два дня. У меня так и с пельменями аналогичная ситуация, такая тяжесть после них, да, но при этом мясо, если просто мясо есть, ты замечательно себя чувствуешь, ничего такого там, ничего особо жесткого. Я, кстати, где-то видел, тут тренд на XCOM был, люди пишут просто «fuck it», и выкладывают полную версию какого-нибудь фильма. Вот я помню, кто-то написал «похуй». Полная версия Spider-Man Across the Verse. И там вот это вот целый фильм был в одном твите. Ты такой сидишь, охуеваешь, как это вообще допустимо? И там миллионы этих лайков, репостов. И оно просто выложено вот здесь, в свободном доступе. Ты стоишь такой, смотришь, люль. Кстати, прикольный фрейм. Классный. Любительская съемка, как будто. На самом деле это профессиональное рисование. Профессиональное рисование выглядит как любительская съемка. Хувик. Думал в TF2 сегодня пойти, но не пойду, наверное, в TF2. I forgot the pen. Он забыл сковородку. И его блины. И предлагает чай уже не с блинами. Блинов не будет в меню. Но не факт, что блин не испечется при этом. Вот, мне кажется, блин все-таки будет готов. Блин будет иметься. Но специфически приготовленный, без сковороды, без сковородочный блин. Еще, типа, можно без сковородки обойтись? Да, можно. Я вот люблю печеньки иногда разогревать в микроволновке. Они сначала мягкие становятся, но надо подождать, пока они отвердеют, как бы вся влага испарится, но не остынут. То есть тут два нюанса. Главное, чтобы они в микроволновке не подгорели, но при этом нагрелись достаточно мощно и сильно. Мне кажется, я видел это уже.
Да, нагрелись, стали мягкие, потом они будут испаряться, а потом станут вообще как свежие, ты хрустишь, и, господи, как это классно, как это приятно. И печеньки расходятся, как горячие пирожки. Ну, свежие, они просто волшебные становятся, ну, нагретые такие, типа, как из печи. Есть, короче, разные жиры. Трансжиры. Ну, нехуй есть трансжиры. Я против трансжиров. Я им поебал давал сегодня утром. Я их ненавижу, я их хейчу. Мне звонят, предлагают трансжиры. Я говорю, идите нахуй. Я вижу человека, который ест трансжиры. Он такой весь трансжирный. Я такой, блять, убейте его, чтобы он умер нахуй, пожалуйста. Пиздите этого трансжирного нахуй. Ненавижу, блять, людей. Трансжировых людей. Это просто пиздец. Это не раса вообще человеческая. Это что-то за гранью. Вот это вот что-то за гранью, как классно нарисовано. Я люблю это. Но хотя очевидно, что взяли фотографию, обвели, но очень мне нравится, потому что, наверное, у меня ассоциации с Ultimate Spider-Man. Там, например, такой же с селшейдингом был. Стайл. Есть, короче, разные. Уже не помню, что. Масло, многоюз. Вот, про многоюз я и говорил. Пережаренный хуёво 100%. Кроме напитки лишними килокалориями. Про напитки. Напитки я уже говорил. Главное, чтобы там сахар и глюкоза вместе не жили. В таком случае это очень вредно. В таком случае будет отложение просто жиров, потому что будет юзаться только один сахар. Либо глюкоза, либо сахароза. Он будет, ну, как бы, окисляться, расщепляться, а другой будет откладываться. Это для вкуса делают обычно, смешивают сахарозу и глюкозу, но, собственно говоря, вред колы, он, в принципе, именно от сочетания этих двух сахаров. Еще и появляется хуйня, вызывающая канцерогены, не знаю, ну, мне похуй. Мне кажется, мы все больны раком, нахуй. Да вся жизнь это рак, просто постепенное движение к гибели. Хули там бояться? Наш организм весь построен по принципам, которые, ну, схожи с раком. А знаете, какие секретные ингредиенты используются в самых вкусных блюдах в ресторанах? Никогда не поверите. Я только что называл один из них. Это сахар. Every AAA game. Кстати. Да, каждая AAA игра. И Baldur's Gate не исключение. Там вот эти вот кружечки, которые летают повсюду. Просто пиздец. Ну-ка я посмотрю. Как же классно. Это... У меня там ботинок был в руке. Блин, какой классный трип. Кстати, в ресторанах сахар не указывается в качестве ингредиента во многих блюдах. Этого не пишут. Либо если пишет, то как-то хитро, очень, замаскировав это под пряности. Ну, типа, написали пряности. Ты думаешь, соль, перец и все такое. Куркума какая-нибудь там, корица, морица. Но среди них оказывается просто сахар. Это мощнейшая штука. Это охуеннейшая штука. Can you explain this gap in your resume? The cyanide capsule. Да не очкуйте на собеседованиях. Не очкуйте. Просто скажите, как есть, будьте честными и все. Ну, бывает. Я просто занимался хобби. Я работал как бы из дома. Контракты исполнял. Я рисовал картинки. Я рисовал фури порнографию. И что? И что вы мне сделаете за это? Да, я в том числе могу и самостоятельно зарабатывать деньги. Поэтому я ценный сотрудник, дорогие друзья. Этот gap in my resume, этот пробел в моем резюме,
Это не недостаток, дорогие друзья, дорогие, дорогой босс, это не недостаток, это то, что я могу вам предложить, это мой секретный ингредиент. Я был сам себе боссом, а значит я в принципе понимаю вас и понимаю, что требуется боссу от наемного рабочего, от его подчиненных. Я знаю, как облегчить вам жизнь, потому что я сам был в вашей шкуре, понимаете, о чем я? Я понимаю вас, и вы должны понимать меня в таком случае. Короче, прикол любых переговоров на собеседование — это вот предложить работодателю, как вы можете облегчить его жизнь. Не просто сказать, какой вы классный и крутой, а вы, получается, предлагаете помощь своему работодателю. Это не он предлагает вам работу или деньги. Это вы ему предлагаете помочь ему, потому что он нуждается. Если он выставил объявление, значит, он нуждается, у него недостаток, ему нужна помощь. Вы такие: я могу помочь? Да, просто скажите, что вы можете Monkey? Помочь, выручить. Манки? Манки? Эти начальники, эти боссы, они просто находятся в нужде, они в беде. Блять, это Джейк из времени приключений, нет? Не может быть. Кто это? Это Ским Библ? Окей. Да, я думаю, это Джейк. Вау, New Embers, Shade, Blender, Кумиказы. Это же призрачный гонщик. Бля, тунец. Я так давно не ел рыбу. Аж грустно стало. Все не грустно. Грустил. Испытал эту эмоцию, посмотрел на нее, она ушла, убежала куда-то. Мне больше не грустно. Мне, потому что мне и без рыбы прикольно. Я банан сегодня съел. Мне не хочется рыбы. После банана. Вот бы бананы вместо рыб плавали в море, в океане. Это было бы круто, классно. Прикиньте. Это как банановые дельфины в той картинке. Глупые кошки. И вся одежда потом в шерсти, и ты ничего с этим сделать никогда не сможешь. Тебе не будет возможности никогда это исправить. Kill them with kindness wrong. Chain lightning. Я думаю, в какую сторону удобнее это крутить, влево или вправо? Что если эта штуковина будет работать как храповик? Храповик — это примерно такого же толка штуковина. Она примерно так же выглядит. Секунду. Я думаю, музыку потише сделать. Вот, она примерно так же выглядит, но у храповика еще... Блин, курсор не видно, жалко. А, вот, видно. У храповика еще... вот здесь палка такая, а у палки есть ножка. И храповик может двигаться только в одну сторону. И в этом его преимущество. Если он двинется против часовой стрелки, эта ножка не даст ему двинуться. Потому что зубчик напорится на ножку, и возникнет замыкание, закликивание. Вот. Получается, если ты руками это крутишь, допустим, больнее, мне кажется, будет поворачивать вправо. А влево поворачивать не больно. Поэтому это машина, на которой можно поворачивать только влево. Это вот такое вот переосмысление леворульного, получается, автотранспорт. Охренительно нарисовано, просто супер, класс. Она выглядела охренительно, даже когда еще не прогрузилась, потому что там была какая-то размытость, и она делала картинку такой, знаете, скетчеватой. Как, опять же, в Spider-Man из Multiverse. Вот. Леворульный автомобиль, который может рулить только влево. А где была Самара?
Ну, кстати, я уже, наверное, не знаю. Секунду. Я попробую угадать, где Самара была. Прикиньте, Самара в Твиттере. Подождите. Это Самара? Я думаю, да. У меня в ленте уже второй человек с горящей головой. Первый был скелетом в блендере. Когда наберем три человека с горящими головами, с горящей головой, тогда можно будет переходить к другой секции стрима. Следующий. Ебанут, сколько трансформеров, оказывается, существует. Это пиздец, я только сейчас узнал. Какая порнография, блядь. Пиздец, New Decepticon. Видентикон, это как Бионикл какие-то, лол. Я и не знал. Ей поверить не мог прежде, что эта хуйня может быть такой жестокой. На нем шапка горит. Я думаю, это горящая голова, нет? Не знаю. Гуречный человечек. Мило. Я думал, там крохотный арбуз. А, это Самара, наверное. Или там машина Самара была. Типа. Есть же такая машина? Я не помню. О, там младенец. Это еще брейкор. Кайфушечно. Можно мне обратно? Your opinion, my opinion. Нет, не прищуривайте глаза. Нет, не прищуривайте и не отсаживайтесь подальше от монитора. Ни в коем случае, нет. Не сквинтите ваши глаза. Нет. Здесь ничего нет. Здесь просто две колонны и все. Это просто руины. Это просто руины и все. И ничего больше. Вы ничего не видели. Вы не видели ничего. Если вам кажется, что вы видели что-то, вам привиделось. Это просто иллюзия. Весь наш мир иллюзия. Интересно, валюм вкусный? Что? Подождите, я это вслух спросил. Почему я спросил это? Это как дрипкары. Дрипкары, абсолютно. Люль. Ребята все еще не могут смириться с переименованием Твиттера. На самом деле, все, что Илон Маск делает, по большему счету, какой-то странный, ужасный, кошмарный, ну, я не знаю, кринж в попытке самоутвердиться в разных сферах деятельности. Что-то он все пытается понтануться, то там, то тут. О, я и в космос летаю, я еще и в social media могу, и т.д. и т.п. Я не знаю... Мне кажется, x.com это не особо остроумно и не очень даже стильно. Особенно не очень стильно было то, как он на офис Твиттера заказал табличку. Короче, светящаяся неоновая вывеска с буквой X, которая мешала людям спать. Это был настолько кринж, что на следующий день его просто сняли. Я не знаю, он порой ведет себя как человек, который... Все не может никак самоутвердиться, все никак не может доказать кому-то, своей маме, одноклассникам, сверстникам или еще кому-то, что он, типа, классный, крутой, стильный, молодой. Все пытается изъебнуться как-то. Причем в этом даже нет никакой нужды, об этом никто не просит, это не делает мир лучше вообще.
Лучше бы сидел, блин, над нейролинком, продолжал, ну, форсировал работу над нейролинком. Потому что это не он один разрабатывает, соответственно, да. Манки. Манки. Хорошее, классное видео. Это мне нравится. Вот, а люди талантливые. Вот лучше бы на этом сфокусировались, но все эти вещи, типа... О, Цукерберг, я вызываю тебя на бой с моей губой. Зачем? Кому надо? Кому лучше? Мешает людям работать просто. Все делает выпады, и с каждым выпадом становится все менее уважаемым человеком. Больше и больше какого-то кринжа. Вот. Хочешь быть лучше других, хочешь быть класснее других, но... А так даже вкуснее. А мне так нравится. Я иногда сам так делаю. Сус. Я иногда сам так делаю. О, это та самая игра, которая еще не вышла. Blood Trail. Добавили в видеоигру. You can wishlist now. А когда она выйдет? Есть какие-то прогнозы, интересно? Можете завишлистить, но купить. Сможете ли вы купить? Дата все еще не объявлена. Но главное, что издатель есть. Annapurna Interactive. Значит... Ты... Так вот. Че это за хуйня? Ладно, не важно. NPC moments. Но это анти-NPC. Это люди просто, которые пытаются ебануться. Это люди, которые пытаются накачать группу мышц, о которых они даже не знали, о которых многие даже не знают на самом деле. У них будут... Абсолютно согласен, 100% согласен. Так вот, они просто будут с прокачанными мышцами, такими, которых нет ни у кого другого, и они победят в схватке. Например, кто-то просто бицепсы свои качает, там, внешний пучок, там, внутренний пучок, там, ну, левый, правый, да, сколько там у двуглавой мышц пучков. Получается, два пучка, и они сходятся или расходятся. Вот, а кто-то качает брахиалис. Это мышц, которая находится под бицепсом, внутри него. И чтобы его прокачать, тебе нужно делать упражнения хитровыебанные. Вот такие вот. Должен поднимать вес, держа его вот таким образом. И ты прочувствуешь, как кровь переливает к мышцам, которые... к мясу, которое у тебя прежде было как будто бы нигде никогда не задействовано. И это такой кайф, это такой прикол. Можно ее прокачать, и... Ну, кто-то говорит, что это необходимо для того, чтобы там придать высоту бицепсам или еще чем-нибудь такое. Но я думаю, это просто... Это очередное ваше преимущество в схватке с человеком, у которого не прокачан брахиалис. Но я, если честно... Какое ламповое место? Хочу вернуться туда. Сюда я не хочу. Ну, блин, тоже прикольно, но как-то не хочется возвращаться. А это чё? Это откуда, я не знаю. Gravity Falls не фанат, если честно, не осилил. Так вот, и, на мой взгляд, просто вот прокачка таких мышц — это просто способ получить кайф от физических упражнений, когда кровь приливает туда, куда она не приливает вообще никогда почти. Ты думал, что нет у тебя этих мышц, а потом оказывается, что они есть, и это очень приятно. Это очень классно. Но, правда, поначалу больно, если говорить про брахиалис, потому что ты свои руки ставишь в неловкое положение, так скажу. В неловкое. What did you just put in your pocket? What did you just put in your pocket? У меня единичка почти никогда не выпадала. It's nothing. Trust me. What was? No, I saw you put something in your pocket. What was that? What did you put in there? What was it that was in your pocket, though?
Nothing. Because it seemed interesting. It seemed like really interesting. What? What was it? Do you think your blunt approach would get me to confess? No, you can tell me. You can tell me. Just tell me what's in your pocket. I must admit, you've been a surprise. But turn your pockets out really quick. Turn them up. Это что за хуйня? Они не могли просто скачать видео и загрузить его на x.com? Они просто frame capture сделали. Ну ладно, кому-то так удобнее. А хотя, может быть, это... Что-то мне захотелось. Что-то мне в Baldur's Gate захотелось. Пойти, что ли? В прошлый раз я устал играть и сказал, что... Ну, я предупредил, что, скорее всего, я как отдохну, и мне захочется вернуться туда. Это абсолютная правда. Мне реально захотелось, я реально вернулся, и сейчас хочу вернуться. Это прикольная игра. Но у меня почему-то... Мне почему-то не очень интересно в одного в нее играть. На стримах как-то поприкольнее. Я отжимания от дивана делаю. Прикольный класс. Я... Вчера пробовал делать отжимания вот с такой стойкой. Ну, просто потому, что у меня было такое настроение. Такое, а почему бы нет? У меня потом большой палец болел. Один. Большой палец правой руки. Сука, я его теперь ненавижу за это. Потому что все пальцы, главное, 9 пальцев выдержали, а вот большой палец правой руки, он не выдержал. Он, сука, чуть не сломился. И как мне теперь быть с этим пальцем? Что мне с ним делать? Мне его отдельно прокачивать? Мне отдельно его разминать постоянно теперь? Что делать? Зачем вообще такие отжимания делать? Говорят, на предплечье хорошо работает. Но предплечье можно прокачать многими другими способами. Просто сгибая и разгибая пальцы. Потому что мышцы, которые сгибают ваши эти пальчики, вот эти вот, которые находятся вроде бы здесь, ваши пальцы, а мышцы-сгибатели находятся вот тут вот, вот здесь. И в доказательство можно сделать просто, типа вот так вот. Взять руку, потихоньку ее раскрывать, и она будет подниматься. Типа она просто вот висит. Когда ты разгибаешь пальцы, она непроизвольно у тебя предплечье поднимается. Это прикольно, забавное строение. Не знаю, почему так сделано. Почему не разместить мышцы тут, например? Почему так получилось эволюционно? А вот разместили тут. Мышцы-сгибатели руки, они вроде понятные. Хотя подожди. Эта мышца находится на этой кости, и она сгибает вот эту кость. Ну, она поднимает эту кость. Получается, значит, мышца, которая находится на соседней кости, отвечает за движение следующей кости. Далее, мышца, которая на этой кости, отвечает за сгибание здесь. Хотя, блин, это не объясняет, потому что можно разделить, например, кистевые... так сказать, на костную структуру кисти и пальчики. И тогда на костной структуре кисти были бы просто сгибатели. Но тут сгибатели только... Ебать, как странно рука устроена. Даже если просто вот так сгибать пальцы, все равно предплечье работает. А предплечье, я просто скажу, оно находится... через одну костную структуру от пальцев. Она не соседняя даже. В отличие от бицепса и предплечья, они соседи. И понятно, что они друг к другу тянутся. А прикиньте, здесь были бы вот мышцы предплечья. Тогда у нас были бы выпуклые ладошки. Как у кошечек. Лол. Ну и также на ногах на самом деле. Если на ногах пальцы поднимать, у тебя будет на голени мышцы, на передние мышцы на голени работать. А если сгибать, то получается... Сейчас потрогаю. А если сгибать, то... Окей, разгибатели пальцев на ноги находятся на голени. А сгибательные мышцы... А сгибательные мышцы на ступне...
Это пиздануться, блять. Как странно устроено человеческое тело. Че за хуйня ебаная? Сила хвата, урывистости, преодоления. У меня вот эта игрушка есть. Ну, я просто ею гремлю. Мне нравится играть в нее. Она не для спорта, не для чего, она просто прикольная. Вот. Если ты ждешь чего-нибудь, ты такой тыц-тыц-тыц, как метроном. Поп-поп-поп. Как, я не знаю, как спиннер какой-нибудь. Я помню, в, по-моему, четвертом сезоне Фарго был персонаж, который просто так вот, вот этой штуковиной пользовался. У него был излишний вес, и прикольные усы, и он был итальянцем. Там вообще все итальянцы клевые в четвертом сезоне Фарго. Все такие комичные, прикольные. Знаете, как он умер? Он просто споткнулся и упал на пистолет, а пистолет выстрелил, и все. Хотя это был самый опасный, угрожающий персонаж. Архизлодей буквально был. Это вот хаотическая сила, которая уничтожает все вокруг. В итоге он просто споткнулся и умер нахуй. Ну, Лейкер, если... Я должен сказать, что там клевые актеры, в том числе и со стороны не итальянцев. Там, ну, Крис Рок клевый чувак, и остальные люди, которые там играли. И, в принципе, конфликта не было бы, если бы они не были чернокожими. На мой взгляд, четвертый сезон Фарго это один из лучших сезонов. Первый и четвертый. На втором... Вот первый и четвертый, они первое место делят, на мой взгляд. На второе место идет третий сезон. Третий сезон про этих близнецов, которого Юэн Макгрегор играл. Это еще ничего, но не совсем шедевр. И самый хуёвый сезон, по-моему, это второй. Я три раза его начинал, и там нет ничего интересного вообще, кроме, наверное, летающей тарелки в первой серии, и все. Ну, типа НЛО в первой серии, это самое клевое, что там было. Четвертый сезон можно досмотреть, не дропать, например, как минимум ради медсестры. Вот, или ради уморительных итальянцев, тоже уматных. Мне прям очень понравилось. Хотя все, по-моему, все в интернете его ругали. Ну, в Рунете, по крайней мере, его просто смешали с хуйней. На мой взгляд, это, ну... Он смешной, типа, ну, иронически смешной, и при этом увлекательный, интересный, и там драмы хватает. Но драма такая с комедией, прям чисто, нахуй. И никогда не скучно. Когда скучно становится, чувак падает на пистолет, нахуй. Когда скучно становится, если вдруг скучно становится, прилетает торнадо ужасающее. Если вдруг скучно становится, там, я не знаю, медсестра появляется, вот эта маниакальная... Если скучно становится, итальянцы сами друг друга начинают ебашить. Если скучно становится, еще какая-то хуйня происходит. Я сколько всего могу вспомнить, блин. Там, ну, это очень богатый на события сериал. Вот. Я его я даже не хотел смотреть его. То есть я Фарго дропнул на первом сезоне и все. А потом я случайно увидел трейлер четвертого сезона со сценой, где по-моему, итальянец и Крис Рок, ну, жали друг другу руки. Мне это просто была сцена, одна сцена. Там, где надрезали руку и пожали ее. А итальянец такой: ебать, ты че, дурак, что ли? Нахуй ты руку порезал? А Крис Рок такой на полном серьезе тянет. При том, что Крис... Да, меня что задело в этой сцене? То, что Крис Рок, будучи строго комедийным актером, играет там довольно серьезную роль. Это необычно. Heavy Metal Balls. И второе, я не знаю, это какая-то химия между ними и итальянцами. И вот за этим конфликтом интересно смотреть. Тебе интересно, кто в конечном итоге выйдет победителем. Потому что там есть реально, ну, типа, одна сторона и другая сторона. Ну, типа, как бы... Как, я не знаю, там, блять, две семьи из Ромео и Джульетта. В других Фарго там было все менее однозначно. Там был, типа, человек против общества, это в первом сезоне. Во втором сезоне просто организованная преступность, блять, против организованной преступности, скам. Ну, я не знаю, там, скам просто, нахуй, друг друга пытался перерезать, и
еще были какие-то скуфы, ну, обычные обыватели, да, которых играл этот Кирстен Данст и ее муж. Ну, он муж ее в реальной жизни, тот рыжий мужик, который там, которая сбила человека и все скрывала от мужа. Это, в принципе, неплохая, это клевая сюжетная линия, но все равно они сделали основной сюжетной линией вот этот вот порожняк про отморозков, про, я не знаю, кто у них, гангстеры нахуй или просто долбоебы. Ты там вообще никому не сочувствуешь, ты хочешь, чтобы они все сдохли просто и все. В четвертом сезоне, когда люди умирали, такой, ебать, как они, как они убили его? Я и подумать не мог, что они... Блять, там еще полицейский охуенный в четвертом сезоне, который морковку кушает и затирает. Он, по-моему, мормон и затирает про свою религию. Тоже прикольный. Вот, а третий сезон, он такой сюрреалистичный мне показался, и это тоже классно. Он самый, по-моему, мистический в каком-то роде. Он просто снят так, что кажется мистическим. Хотя вроде ничего мистического не происходит. Там вроде нет никакого там торнадо ужасающего внезапного или летающих тарелок. Но все равно там классный главный злодей. Он что-то навевает, блядь, жесткое. Что-то есть загадочное в этом. Я вспоминаю и... Блин, как будто мистический фильм посмотрел какой-то. Второй о чем был? Вот второй, как я говорил, там... это не повестка, там вообще ноль повестки. Это просто история Америки, потому что Америка сама по себе является котлом для национальности. Плавильный котел национальности — это не в этом десятилетии было придумано. И даже не в этом столетии. Это еще давно так задумывалось. Чтобы люди все со всех цивилизаций туда съезжались и вот как бы жили в согласии. И там о том, как сложно добиться этого согласия между людьми из разных цивилизаций. Ну там могли быть ирландцы и итальянцы в том числе. Но ирландцев показали, между прочим. Тоже был конфликт ирландцев и итальянцев. Там, вот, там было несколько стыков национальных. И вот все, и вот все. Все так. Ну, я не знаю, зачем ирландцев показывать. Их к тому моменту, когда шли уже... когда происходили события сериала, ирландцев уже не ущемляли. Потому что ирландцев ущемляли во времена Первой мировой войны. Их просто ссылали. Их ссылали. Воевать просто. Они приезжали только на новые земли, их сразу отправляли. Иди и воюй, бля, ебать, как мясо использовали. К ним плохо относились. Впоследствии они ассимилировались, еще более-менее были. А вот итальянцам сложнее было. И в том числе и афроамериканцам тоже еще сложнее. То есть они взяли просто две национальности, вот, две нации, скажем так, которые не сплавлялись, которым тяжелее всего было расплавиться в этом плавильном котле. Это вполне актуально, на самом деле, и разумно. Это не повестка. Я не увидел там повестки, если честно. Очень много в сериалах, где повестка есть, но тут ее нет. Это я точняк говорю. Все люди, которые говорят, что там есть повестка, они немножко ошибаются. У них в голове скорее повестка. Вот. Через сын, батя, дед вроде. Второй... сын, батя, дед. Да-да-да, что-то такое. Копов этих хз, вообще не помню. Вот, я о том же. Второй сезон, он даже не запоминается. Там какой-то порожняк. Где сбило, охуенно было. Была... во втором сезоне повестка обыграна с высмеиванием повестки. А я не помню. Где сбило? То есть в той сцене, где она сбила? Или что? Я не помню там... этого. Вот. То есть я не то чтобы сам африканец в душе, да? Но четвертый сезон все-таки мне очень сильно понравился. Вот. Просто если отбросить, ну я не знаю, какой-то... Ну просто некоторые люди, они видят повестку там, где ее нет.
И это нормально, на самом деле, с учетом того, что ее очень много куда постят. Но в Фарго ее не постили. Ее там не было. Это, ну, типа, реальность. Фарго всегда есть талика реальности. То есть, как там пишется, сериал основан на реальных событиях. И тут ты видишь полнейший абсурд, как происходит, да? Вот, и там всегда вот это вот какая-то полнейший абсурд и магия, но все основывается на какой-то реальной проблеме, которая была. Была. Не которая есть сейчас, а которая была тогда. Поэтому это не та повестка, которая думается. Это про прошлое. Про те времена. Про историю. Вот, например, никто же типа на банды Нью-Йорка не гнал за то, что там показывали, как ирландцев ущемляют. Ух, ух, как это плохо. Блин, Скорсезе повестку вставил. Скорсезе вставил повестку потом еще про итальянцев. Как тяжело итальянцам жить. Им приходится преступностью промышлять. Вот. Мы же не орем на Рея Лиотту за то, что он итальянец. Мы же не орем на Скорсезе за то, что он вставил итальянскую повестку. Вставляет итальянскую повестку почти, блядь, в каждый свой фильм про мафию. Мы же не орем на него. Ну, да, итальянцам хуёво приходилось. А кому еще хуёво приходилось? Вот эти, вот брюнетам тоже хуёво приходилось. И вот, почему бы двух этих ребят не рассказать? И он рассказал. И получилось смешно, прикольно, класс. Тем более, что в конце все умерли. Если тебе так интересно, да? Ну, если ты так антипатично относишься к персонажам, все равно в конце все умрут. Так что хуй знает. Если бы в конце брюнеты победили, да? Прям жесть была, нахуй. Триумф, нахуй. Африканской цивилизации. Тогда да, я бы согласился, но все умерли. Там только крохи спаслись, ну, по законам Фарго, в принципе. По законам всех сюжетов. Все сдохли. Не сама тёлка охуенно обыграна. Типа, она тоже зарабатывает, может тратить ТП, но и делает полную хуйню. Да, мне тоже показалось, что то, что она туалетную бумагу там ворует с работы и все такое. А зачем она это делает? Она... Ну, она просто тю-тю немножко, вот и все. Фарго всегда странные персонажи. Абсурдные. Ну, такие сюрреалистичные. Карикатурные, вот что я хотел бы сказать. Карикатурные. Но эта карикатура, на самом деле, она все-таки рисуется с чего-то. Значит, такие люди есть, с которых карикатура это рисовалась. Короче, мне просто обидно было за режиссера, за то, как его четвертый сезон никто не принял. Вот. Просто вот ошибочно, ну, не поняв замысел. Он даже... О! Overwatch 2 в Стиме запустили! Ура! Отзывы преимущественно негативные. Blizzard, блядь, что вы наделали? Chicken еле пэдди. Такие дела. Блять. Тутанхамон был очень умен. Или как там пелось? По-моему, а я не помню, у кого было. Если ты вырвешь волосы, ты их не вставишь назад. Сейчас. Уж не би-2 ли? Тутанхамон. Би. А кто это пел, блин? А, Наутилиус Помпилиус. А как там текст был? Если ты пьешь с ворами, опасайся за свой кошелек. Если ты паришь с облаками. Я сейчас прочитал текст. Просто текст. Припева. И припев, мне кажется, когда я его читаю, будто он написан 5-летним ребенком, который пытается стихи сочинять. Я просто зачитаю, как 5-летний ребенок. Правда всегда одна. Это сказал фараон. Он был очень умен. И за это его называли Тутанхамон. Но в песне, как они... Главное, как это спеть. Наутилус Помпилиус сумели спеть это так, что это не звучало, как
строки пятилетнего ребенка. Но когда ты читаешь, это строки пятилетнего ребенка. Я не могу, я сейчас с ума сойду, мне be right back нужно сделать. Сейчас буду. Chicken Yella. Да, там что-то про Duolingo было, я хочу вернуться к тому мему, я его не прочел. Читать мемы, лёль. Так. Duolingo apuntate esta. Apuntate esta, это переводится как... сейчас скажу. Перевод. Блядь! Переведите мне, пожалуйста. Подписаться на это. Duolingo, подпишись на это. Эль Пуэдо. Я не понимаю. Эль Пуэдо, ну-ка. Ля. Пуэдо. Она может. Она может? А, тут, наверное, chicken, maybe. Maybe. Maybe it's chicken. Гус. Все, сейчас вернусь. Я белый гусь. Сейчас вернусь. Сегодня видел человека, который шел по улице, и вокруг него был обвязан огромный плюшевый белый гусь. Вокруг его шеи. Плюшевый гусь. Вокруг шеи. Я хочу такого же. Это как гусевая шаль. Это как шаль. Только она более шаловливая. Может быть, даже кусается. Может быть, даже крякает. Может быть, даже говорит «Га! Га! Га!» Вау. Блять, сори. Я сейчас думал про Фарго все это время, пока перевел. Да. Так вот, думал про Фарго, про маленького человека против общества. И за сегодня я что заметил?
Как прикольно быть маленьким человеком на самом деле, даже прикидываться им. Выходишь на улицу, допустим, по делам каким-нибудь, и прикидываешься, что ты вот такой забитый чувачок. Ну, надеваешь там худи какой-нибудь с капюшоном и смотришь в пол, в землю и все такое. И как классно к тебе люди начинают относиться на самом деле. Я вот бананы покупал, взял бананы, и у меня не получалось пакет. Там отрывной пакет был, чтобы бананы туда вставить. У меня не получалось этот пакет раскрыть, но я не воспринял это как что-то плохое. Я просто прикинулся кем-то беспомощным таким. Я не могу. И ко мне сразу подошли так учтивые. Давайте я вам помогу. Я вам все сделаю сейчас и пробью ценник. И все за меня сделали. И люди так любезно к тебе относятся, когда ты прикидываешься маленьким человечком. Так классно на самом деле. Я не знаю, что люди комплексуют. Вот. И по поводу второго сезона я еще что хотел сказать. Я вспомнил цитату самого режиссера по поводу четвертого сезона. Он сказал, это мой самый глобальный проект. Я вложил сюда больше всего сил. Это самый крупный, самый масштабный сезон, который я когда-либо писал. И он реально вложил очень много сил туда. И прикиньте, как это обидно, когда в интернете тебя все сметают, твой магнум опус все сметают просто потому, что он про брюнетов. Неудивительно, что пятого сезона, скорее всего, уже никогда не будет. Да его и не было бы, даже если бы успех четвертый сезон принес. Потому что, я не знаю, он уже лучше не сможет. Этот чувак, который создает... Он, типа, лучше свою работу сделал. Первый, четвертый сезон. Закончил за здравие и за здравие начал. В промежутке что было, это плюс-минус. Я, кстати, на правах рекламы попробую сейчас нагуглить какие-нибудь сцены из четвертого сезона, которые впечатляли меня. Ну-ка, Фарго. Сезон 2. Ну-ка, сезон 5. Его не анонсировали никогда еще? Нет. Я просто прогуглю сезон 5. Может быть, я не прав. Пятый сезон. Есть статья на Википедии. Люль. Сори, что увеличено. Мне такое удобнее. Потому что я не могу дождаться обновления дизайна Википедии. Русской. Язычной. Криминальной драмы. Был анонсирован в 22 году. Главной роли. Джон Хэм. Это тот самый чел из безумцев, которого в гиф как на 2Ч используют с виски такой. Боевая картинка. Чё еще? Джуно Темпл. Тоже охуенная актриса британская. Она довольно живая такая. И у нее прикольно получается еще губу закусывать свою нижнюю. Дженнифер Джейсон Ли. Про нее не знаю. Вот этих двух знаю, клевые актеры, классные. Сценарий пятого сезона будет построен на традиционном для шоу смешении криминальной драмы и черной комедии. Известно, что жизнь поставит перед героями два вопроса. Когда похищение ребенка не считается похищением, и что если твоя жена не твоя жена? Действие сезона будет происходить в 2019 году. По сюжету напоминает немножко, я не знаю, что-то типа третьего сезона. Мне кажется, это на третий сезон будет похоже очень. Вот, я думаю, так. А третий сезон. То есть там тоже какие-то извращенные романтические отношения и преступления, которые не преступления, то есть случайные преступления. Вот русский трейлер. Вот я этот трейлер посмотрел, и мне захотелось весь сезон посмотреть. Не знаю. You sure about this? Этот просто плюнул в ладошку. Бля, это не то немножко. Ну ладно, это не полная сцена, но... Короче, еще оказывается момент, который я не заметил. Итальянец просто плюнул в ладошку. Он как бы на слюне заключил договор. А брюнет Крис Рок заключил на крови. Он поставил свои условия. И показал, кто тут более принципиален.
Вот этот чувак прикольную роль сыграл. Или вот этот, я не помню. Кто там кредитные карты предлагал, его потом опрокинули. И украли идею. Это же рофильно было. Там что, ирландцы. Это, вот это ирландцы были. А кто-то еще был, кроме ирландцев? Вот эти, вот этих я не помню, кто это. Это британцы, наверное. На британцы. Англосаксы! They're the past. We're the future. They just don't. Блин, там еще антураж такой клевый. Yeah. Goddamn... И, блять, вот этот тусач просто уморительный, обожаю его. Hey. They still control trucking. The union. Вот этот толстячок тоже просто... Ну, блядь, я не знаю, кастинг тут охуительный. Вот этот мужик, блядь, он больше на немца похож, но тем не менее, зажатый такой. И цветовая схема тоже клёвая, классная. И... Ну, вот, я не знаю, можно ради нее досмотреть. Ну, хотя бы до той серии, где она прекращает играть свою роль. We need to move now before they get their heads on straight. This is what you call a transition of power. What are they? Decorative? A warning to the other rats. Дайте мне сестру. Minimal complicated. You got any bennies, zoomers, a little chicken powder? I've had a world-class day. Holy Christmas. Она, если что, здесь играет роль маньячки, которая всех подряд без причины убивает, просто потому что ей нравится. В каждом сезоне такой персонаж есть. В принципе, Фарго, они все примерно по одной такой вот формуле плюс-минус делаются. Хотя там есть и другие персонажи, которые являются типа, просто неостановимой силой, которая уничтожает. Вот эти вот, например, просто хаотики. Видишь, там еще и китаянка есть. То есть, как я говорил, типа тема с плавильным котлом. Да, и вот этот чувак, который Хитман. Ну, Хитман это его не его лучшая роль, но, блин, это клевый актер. Я его стал замечать в других фильмах только после Фарго. Тимоти Олифант. Are we good? You tell me. Yeah, we're good. Man. Always acting so Humphrey Bogart. I don't know when you got to go. Я пытаюсь вспомнить какой-нибудь момент, который мне не понравился. Пытался увидеть какой-то момент, который вызвал бы во мне негатив, но я не увидел ни одного. Где та сцена, блядь? Blood Pact. Like and subscribe. Made with Kinemaster. Вот сука. Какой мудак залил это в таком плохом качестве? Я впервые видел это в хорошем качестве. Бля, и монтаж такой охуенный. Представление героев, типа. Бац. Лойкен. И там надпись парит. Меня еще стиль, получается, задел. Не только персонажи. Не только актеры. Ты один пришел? Но там не было этой музыки, по-моему. Или была? Такой ритм. Да, это точно было. Здесь сколько персонажей напихали. И все они что-то значат.
По-моему, у всех потом высветится имя. Вот это клёвый тоже персонаж был, ему тоже сочувствуешь. Вот, вот я не хотел, чтобы его убили. И даже если его убили, я не помню этого. Я не помню, чтобы его убивали, типа... Наверное, потому что я настолько не хотел, чтобы он сгинул, что если он сгинул, и когда он сгинул, я просто стер это из своей памяти. Ему сочувствуешь. Потому что у него, типа, благие намерения. Он сам по себе ирландец, который среди итальянцев остался. Это мелкий, типа. Качество было и звук лучше. Блин, вот, может быть, сцена... Фарт сцен. Ладно. Просто сцена. Back to business season 4. Это невозможно найти. Почему? Как ж так? Ладно. Пакт сцен. Лёль. Нет, все без качества, короче. Все кринги, все плохо. Inside installment. Ну ладно. Кинемастер. Кстати, подписывайтесь на mobiletvshows.net. Ебал Виоланте, Раби Миллиган, Паоло, Эндио. Это не просто имена, они все тут, они все. Джост Фад. Они все какую-то роль сыграют. Констант Галамита, Оми, Марс Фриман, Апал Рекли, Банжа Райтвей, Доктор Сенатор. Да, он комичный персонаж тоже был. Я просто подумал, давайте, раз уж мы мужики, то сделаем это как мужики. Это мафиоза. Смотрите, мальчик думает, что он мужчина. Саня черный. Сори, если громко было. Сука, все что ли? Ну да, наверное, на этом оно и должно было кончиться. Ютуб, иди нахуй со своими высвечивалками. Есть способ их отключить как-нибудь? И вот эта кровь на снегу. Да. Режиссер умеет снимать. Жаль, а тизера пятого сезона не было, нет еще? Тизер. Его не было, блядь. Тут какой-то чувак просто любительские фотки свои. В пятом сезоне будет Сол Гудман? What? What? Взрыв мозга. Жесть. Еблунуться. О май гад. О май гад. What? А чё, чё сейчас на Твиче происходит, интересно? Пирпипипирпим. Ебать. Вот это хуйло еще живо, оказывается. Это который с Людмуриком, блять, этот долбик. Baldur's Gate. Все еще играют. Они все еще играют в Baldur's Gate. Я все еще играю, на самом деле. Я думаю, не поиграть ли. Что происходит? Что происходит на My Life? Блин, наверное, в коопе прикольно Baldur's Gate смотреть. Играть, вернее. Полное погружение, вникаем в сюжет. Оба ушли просто, блядь. Два кресла стримят. Как-то убрать, все. Два кресла сидят такие. Полное погружение. Ноль. Окей, все ясно. Так у нас играется Baldur's Gate, короче. Такая у нас темка, Тимушенька. Абсолютная правда. Он играл старого копа в другом городе. Он еще чела опустил, потому что он священник, который киллер.
Гудман был в том же первом сезоне. А я, кстати, я не знал. Играл старого копа. А, я припоминаю, да. А киллера играл этот, который плохого Санту, чувак. Билли Боб Торнтон. Но сцена с копами там была, ну, по-моему, только одна и все. Их потом убили, по-моему. Не, я верю тебе, потому что сам что-то такое припоминаю. Тот же типаж у копа был, что у этого чувака. Хух! И хех. Хах и ха-ха-ха. Все, send dudes. Пришли. Ну все, тут уже баяны пошли какие-то. Единственное, что кошки радуют всегда. Кошки радуют меня. Кошка. Кошка. Да, блядь, заебали амонгусы. Сколько можно? Короче, я думаю, как поступить сейчас. Давайте это, пускай колесо решит аукционовое. Point. Аук. Я не знаю, ру работает. Ком тогда. Ком. Что будем дальше делать? Можно предлагать. Итак, мое предложение, первое предложение. Так, у меня интеграция включена, все. Первое предложение. Я иду в Baldur's Gate. Это 500 баллов ставлю на это. А можем кинцо какое-нибудь посмотреть? Тоже предлагайте. Вот. Как, я забыл, как пользоваться этим. Да, дофамин, ставка 500. Baldur's Gate 3. Вот. Это вариант, который я от себя предлагаю. Начиная аукцион. Потом. Что бы еще можно было поделать прикольное? Ну, можно... Ну, я Twitter, наверное, больше не буду скроллить. Хватит, наверное. Что еще? А, так, потом... Давай, да, предлагай кинцо какой-нибудь. Так. Шариться по Твичу. Я могу пошарить еще, ну, типа, just chatting на Твиче, что люди делают, чем народ занимается, какие-нибудь прикольные каналы, вот. Ну, либо кинцо какое-нибудь, я не знаю, сейчас я не хочу, ну, типа, у меня... А какое кинцо, Лейкер, предложи. Я впишу сюда за косарь. Будет кинцо. Я не то чтобы что-то прям хотел посмотреть, ну, то есть у меня на примете ничего такого нет. Можешь просто в чат написать один вариант. Я пойду, да бля, что-то надо найти. Ну, сейчас я тогда поищу. Кинопоиск. Какой-нибудь открою свой. Главное, чтобы не с Netflix было и не Warner Brothers. И можно посмотреть вообще без Б. А нет, Warner Brothers наоборот, но Brothers. По-моему, они разрешают смотреть кинцо. Netflix это точно перекат. Главный герой 2021. Но я тогда его добавлю к... Я его добавлю к кинцу просто. Или отдельным лотом оставить. Ладно. Хуй с ним. Пускай отдельный лот будет. Извне. Блин, извне так и не досмотрели. Там последняя серия первого сезона осталась. Недосмотренной. Увы. Так. У меня всякая хуйня в закладках на Кинопоиске, если честно. Всякая залупа ебаная. Город орехов. Город грехов. Почему-то я захотел пересмотреть. Не хочу, не буду. Так.
Тетрис. А Тетрис уже вышел? Хуй знает, по-моему, Тетрис не нетфликсовский. А, еще некоторые новые фильмы, типа Кинопоиск, Столбит, и Кинопоиск в том числе по Твичу шарится, иногда страйки кидает на фильмы суперсвежие, которые у них по подписке Яндекс Плюс продвигаются. Но это легко посмотреть, допустим, открыв страницу на Кинопоиске, типа, если они там это прям это, облизывают это. То есть они сейчас Гая Ричи облизывают, и, значит, последний фильм Гая Ричи нельзя будет посмотреть про переводчика. Потому что там эти стоят кинопоисковские. Да-да-да, если, короче, такая тема, я покажу. Если на Кинопоиске стоит бляшка, вот такая вот оранжевая бляшка, это значит, его нельзя на Твиче крутить. Это значит, он сейчас продвигается на Яндекс Плюс. А если нет, то можно. Запросто. Ну, типа, если нельзя на Твиче, то можно ВКонтакте. Допустим. У меня все равно параллельная трансляция ВКонтакте идет. Но я не часто ВКонтакте завожу, поэтому если кто ВКонтакте смотрит, то мигрируйте на Twitch. Прекрасная, замечательная платформа. Главный герой 2021. Так, подождите. Я чё перепутал? Почему у меня Сиба прописался как доктор Лейкер? Лол. Ладно. Как жить? Как жить, если только проснулся? Может, зарядку сделать? Уикенд с батей, может, на... блять, я сезон извне, проебав. Видел хз 3-4 серии. Жесть. Ну тогда уикенд с батей пускай. Я пропишу. Уикенд с батей. Уикенд, который певец. Пипец. Жесть. Такой певец. Такой пипец. Певец с ртом. Feeling. Я бы Гипнотика посмотрел. Мне кажется, это трэш какой-то, блядь. Ну, фильм средней руки, но кто там играет? Бен Аффлек. Но Гипнотик, по-моему, он слишком свежий. Ну-ка. Гипнотик. 6.1 на Кинопоиске, 2023. Европа Плюс написано. Ну, если... Ну, Европа Плюс вроде не страйкает. Не знаю, maybe Гипнотика можно посмотреть тоже, да. Если кому-то интересно. Из переката. Роберт Родригес, режиссер. Люль. Я пока могу, типа, трейлеры. Хотя нет. Если я трейлеры буду показывать, но не будет видно колеса аукцион. Ну, как бы аукцион самого. Лулевой пациент. Нет, не хочу смотреть. Это сериал. Заебешься. Глаза змеи, эквилибриум. Билибибриум. Или бибриум. Вот, я пока буду смотреть на числа, которые тут переливаются, и что-то мне... Я, наверное, схожу за водой, и у меня есть какая-то странная тяга взять и ударить банан кулаком. У меня на столе лежит там банан сейчас, я хочу пойти ударить его кулаком. Если вы услышите странные вопли и крики... то это мой банан, который я ударил своим кулаком. Или, может быть, это вода кричит, которую я наливаю. Нет, не наливай меня, я хочу остаться в кувшине. Пожалуйста, не надо. Нет!
все прошло мирно. Вода мирно сдалась. А где она, вода, блядь? А где вода? Она слишком прозрачная, чтобы я ее увидел. Я ее принес с собой? Я ее не... Принес воду, но забыл стакан. Забыл кружку. Можно добавить экстримы, я могу скрутить время сейчас. Запиши чисто себе на будущее. Бля, Сирик охуенный. Допрос. Напас Лавандос. Ответ на мой главный вопрос. Допрос. Мой допрос. Допрос. 2020. Питер Сарсгард. Ничего, прикольно. Про маму. Добрый фильм. Буду смотреть. Все, я себе закинул закладки. Добрый, жизнеутверждающий фильм про маму. Позитивное кино. Думаю, будет. Так, а мне еще одна темка сейчас интересна. Где эта шалава? Вот она. Ага, так. Смотрю в шалаву и вижу, что... И вижу, что... Просто оцениваю, какой вариант, один вариант, который еще можно кинуть. Доп. Его, походу, пока еще нельзя вкинуть. Не готов. А что там? Там был возможен Майнкрафт. Вот. На сервере. Фанатском. Но там пока еще не готово. Не вполне готово. Ну и типа не всем это интересно будет, да. Плюс один кинч. Но какой? Но какой? Вкус счастья? Чё так и называется? Сейчас, секунду. Ты на него типа закинул? Блять, я пролил. Ладно. Вкус. Умами. Можно попробовать, да. Так, вкус счастья. А вот загадочный лот плюс один кинч, ты уточни уже. Я пока воду выпью, которая пролилась. Бля, пятерку верни случайно. Но я не могу. Короче, я пятеркую. А, то есть ты вкус счастья хотел на 1000 закинуть, да? Я могу эту 1000 просто перенести на вкус счастья. И будет 1000...
Ебать, 5000? Ты случайно, ты хотел 500, да? Люль, блять. Пьяный, что ли? Да, в принципе, я бы и трезвым, например, такую же кнопку назвал. Люль. Ну вот, у тебя как бы еще лот на 1000 есть. Ну или я могу тут скостить, как бы 500, чтобы было. И у тебя будет депозит, получается, 4500. Который ты можешь вкинуть на любой лот. Вот, я тебе 500 поставил здесь. Вот ты 4500 можешь на любой лот поставить далее, после этого. Просто скажи, просто напиши в чат, на какой лот. Или, да. Я хотел косарь, и все, случайно кликнул с мобилы, не увидев. Давайте думать, что плюс один кинч. Какой? Можно еще это куда-нибудь вкинуть. Кинч. Дэвид Кинч. Знаменитый режиссер кинофильмов. Фильмовых кинов. Ну все просто кино. Это название фильма? Ну, я просто добавлю этот лот, но если он выпадет, то что мы будем делать потом? Что мы будем делать? Может, кто-нибудь из чата просто в чат напишет, ну, типа, какой бы он фильм хотел посмотреть, мы за 1000 это сделаем. Ой, я написал конч, а не кинч. Кино. Что если кино, которое называется просто кино? Такого кино нет. Такого кино нет. Есть музыкальная группа, которая называется кино. Братья Супер Марио в кино. Хотя бы в кино 2. Кинопоиск. Поймать. Как поймать кино? Кино про Алексеева. Кинопроба. Это все. Нет, еще 6489 фильмов, которые содержат внутри себя кино. Хм. В названии слово кино. Заключается оно. Ладно, короче, пускай вкус счастья тогда 5000 будет. Кинч плюсом. Плюс один кинч. А вдруг он называется плюс один? Нет, есть только один плюс один. Есть 14 плюс. 14 снюс. Ой, не могу, это невероятно. Бытие болит, жить больно. Вот бы Baldur's Gate сейчас нахуй выпал, я пошел бы балдеть. Но это невозможно. Это невозможно. С такими шансами всего 5,9. Всего 5,9. Хотя бы в кино 2. Это Казахстан. Казахстанское кино. Лол. Ернар Нургалиев. Здос. Это невероятно. Это невероятно. Что делает Нурлан Ергалиев? Или Ерлан Нургалиев? Или как вот? Ернар Нургалиев делает такое. 7,1 на кинопоиске. Угу. Кино, которое снималось в Казахстане, комедия. Блять, а что, если казахстанский кинематограф лучший? Лучший в СНГ. Хотя бы в кино есть первая часть, есть вторая. Первая часть выглядит по обложке, как фильм из Кореи, который мог бы выиграть, знаете что? Там, я не знаю, «Золотую ветвь» или «Оскар», как «Паразиты», да? Как будто корейское кино. А вот хрен. Казахстан. Вы видите Казахстан. Казахстан. Может, оценить казахстанский кинематограф как-нибудь. Было бы удивительно классно и жутко, и жестко.
жбоско. А, можно и видео какое-нибудь казахи. Казахи нормальные. Ну, типа, ну как, ну нормально. Ну, не все, но нормально. Ну, есть такое. Специфичные ребят. Кейзахи. Они, кстати, не лишены самоиронии. Я смотрел, по-моему, про пришельцев в Казахстане. Или вроде того. Не помню, как называлось. Пришельцы против Казахстана. Или Казахстан... Пришельцы в Казахстане. Или что-то такое. Ну, типа, казахи, типа, они сами над собой ржут. И им нормально. И они не пытаются ничего там продвинуть. Никакое величие Казахстана. Они просто пытаются поржать и все. Им больше ничего не надо. От жизни. Здорово, Блять. Да, они иногда так говорят. Ей, заебаль. Хочу морковку, пиздец. Очень сильно хочу морковку. Но магазин с морковкой еще... Нет. Есть гипермаркет, который круглосуточно работает с морковкой. Но там вот такие морковки. Я не знаю, как их есть. Они огромные. Они размером с бейсбольную биту. Просто вот с бейсбольную биту огромные морковки. И хуй знает, чему, как их есть. Мутантные морковки. Блин, я уже не схожу за нормальной морковкой, походу, увы. Полночная жажда морков. Морковная жажда. Придется есть спандер. Я этот ковбой, нахуй. Пиу! Вкус счастья ставь на 1К. 1К. Ага. 5К записывай здесь, курит. Здесь курят. 5К. Хотя похуй, здесь курят, сам посмотрю. Да не, давай, нормальное кино. Я его смотрел 10 лет назад, наверное. Мне тогда немного скучно показалось, но может потому, что я маленький был. 10 лет назад мне было 4 года. Всего лишь. Вот я такой был крохотный, малюсенький. Здесь курят, но считается хороший фильм, типа заебатый, охуенный. Ты типа говоришь, я посмотрел, здесь курят, и все такие, ебать, ты крутой, классный, заебись. Вот тебе нахуй, вот тебе большой палец от меня, возьми его, вставь его себе в рот, в нос, куда тебе хочется больше. Помести его внутрь. О да, ты такой классный, твой вкус в кино лучший. Ты такой смакуешь чужой большой палец в своем рту вместе с кулаком, который туда вставлен. Да, это максимальное уважение. Так мы выражаем наше уважение людям большим пальцем. Если бы был палец еще больше, вот был бы огромный палец еще. Большой палец и огромный палец, который был бы еще больше. Но это невозможно, к сожалению. Мы еще не дошли эволюционно до огромного пальца. Да, супер большого пальца. Возможно, люди в будущем будут иметь супер большой палец на руке просто. Один большой, другой супер большой. А все остальные будут не иметь значения никакого, блять. Это хлам ебаный. Мы просто будем называть это хлам ебаный. То есть в учебнике анатомии это будет так написано. И хлам ебаный, большой палец и супер большой палец. Охуенный. Охуенный палец, можно его так назвать. Палец. Палец и большой палец и палец. Палец огромные. Главный палец, основной палец, ключевой палец, указательный палец. Вы думали, что указательный палец самый крутой на свете, что он самый полезный? Хуйня. Если будет ключевой палец в будущем, вы доживете, если это через 4000 миллионов лет. Хотя, блин, нет, этого не будет. Потому что тепловая смерть вселенной, по словам Сквидварда, будет намного раньше. К сожалению, увы. У меня Кинопоиск открыт, там какая-то анимация. А, у них анимированный фон, оказывается. Ты открываешь страницу, у тебя
на фоне странички Кинопоиска видео проигрывается. Это жуть. Как они дошли до таких технологий? До технологий видео. Это невозможно. Я думал, существуют только звуки и картинки. Все, больше ничего. И запахи. Вот бы на Кинопоиске еще был запах фильма. Вот бы на Кинопоиске было порно. Не надо. Не надо Кинопоиск, пожалуйста. Пожалуйста, не надо этого. Вот бы на Кинопоиске были стримы, блять. Да. С рейтингами, нахуй, там. Записи стримов, я не знаю. И там вместо режиссера была бы графа «стример». И вместо «в ролях» там все, что упоминается. И игры, которые там, и люди, которые в чате находятся. Пиздец. Ты такой выбираешь, какой бы стрим посмотреть на Кинопоиске, на стримопоиске. Вот это жесть была бы, нахуй. И люди с огромными отзывами писали рецензии на стримы. Что ж, мне понравилась эта аллюзия на современное общество. Я получил огромное наслаждение. Я рекомендовал всем своим друзьям. Также я думаю, что внутри этого стрима была задета такая тема, как дополнительные пальцы и тепловая смерть вселенной. А еще размеры морковок дубинообразных. Дубинообразные морковки были в этом стриме. Вы никогда не увидите ни в каком другом стриме дубинообразные морковки. Здесь были, здесь была вода без стакана. Здесь был удар в банан. Меня весь кинозал аплодировал, когда был произведен удар в банан. Итак, аукцион начинается. Блять, кручение колеса. Итак, я начинаю. Все, аук заканчивается. 60 секунд будет крутиться это ебаное колесо, пока не укатится. Давайте здесь будет... Сейчас я еще 3 часа смайлик буду выбирать. Корова. Можно кису взять. Бургер. Пускай сосиска танцует. Да, все, супер. Крутить. Заявки больше не принимаются. Пускай Николас Кейдж будет здесь. Здесь курит, здесь дрочит, здесь смотрит. Итак, выпадает, походу здесь курят будет. Неизбежно. О май гад, неужели выиграл самый сильный лот? Почти никогда такого не бывает, почти никогда. Но, похоже, здесь все-таки будет происходить курение. Процесс курения. Внезапно, да. Все, кто не любит курить, пожалуйста, покиньте помещение. Спасибо заказавшему. Надеюсь, он не видит смайлик, который я поставил. Все, получается, я сейчас переобуваюсь. Здесь курят. Ага. И сейчас будет стоп-старт. Перезапуск стрима быстренько, супер быстро. И я начну.